межсезонье – время климатической техники. На все тепловое оборудование скидка 10% от Климат-45. Покупая кондиционер, получи тепло в подарок. Улица Родионова, 62, телефон 606-37 и климат под контролем. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Елена Волкова. В компании «Климат-45» выбор климатического оборудования на любой вкус. Кондиционеры, масляные радиаторы, тепловые пушки, завесы, инфракрасные обогреватели нового поколения и многое другое. Компания «Климат-45», улица Родионова, 62, телефон 606-777. И климат под контролем. А теперь о прогнозе синоптиков. Во вторник среди отрогов Урала будет смещаться атлантический циклон, но наиболее плотные облачные поля, связанные с этим вихрем, накроют северную часть региона, а на юге туч будет меньше, и небольшой снег ожидается только местами. В Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске возможен небольшой снег. Температура днем от 0 до минус 3 градусов. В Кургане облачно, с прояснениями, возможен небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха от минус 8 до минус 10 градусов. Днем в Кургане облачно, с прояснениями, возможен также небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха от минус 1 до минус 3 градусов. Атмосферное давление будет расти. 12 февраля солнечные активности, геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!